Здравствуйте, друзья, здравствуйте, ребята и девчата. Сегодня сниму ролик про то, как сделать листинг с вариациями. Об этом попросили. И перед тем, как начать именно выставлять товар, надо подготовить все то, что необходимо. Мы будем выставлять вот такое вот приспособление для поливки огорода, цветов и так далее. Для мойки машин тоже подходит данное приспособление. И подготовив фотографии, необходимые картинки, закачав их на компьютер, обработав, надо составить вот такой вот текстовый документ. Что в нем включено? Здесь, естественно, надо название данного товара, описание товара, keywords или буллеты, так называемые, в количестве 5 штук. Надо подготовить, это те слова, по которым покупатели находят, выходят на ваш товар. Дополнительную какую-то информацию, будет то вес, материал, из которого приготовлен данный товар. Чем больше информации вы будете давать вашим потенциальным покупателям, тем легче будет ранжироваться и находиться ваш продукт. Итак, сейчас не буду показывать, как выйти именно на саму страницу выставления товара, то есть там, где мы выбираем сделать новый листинг, выбрать категорию и постепенно выйти вот на эти нозлы, так называемые. Выйти на тот товар, который вам нужен. Сразу открывается вот такая страница, где под этими треугольниками обязательные поля. Вот три поля здесь и два поля здесь. Это наименование и UPS надо сюда ставить. Ну и заполнить, естественно, количество, состояние и цену. Но когда вы переходите вот на variations, то есть когда с вариантами товар, эти два треугольничка уходят. Вот смотрите. Выбираем здесь именно то, что мы хотим, то есть по цвету или по упаковкам, допустим, по 2-3 штуки в одной упаковке и так далее. Здесь разные варианты товара. Поскольку у нас только по цвету будет отличаться, выбираем цвет. То есть выбрали цвет и видим, что вот эти вот два треугольничка ушли, и основная работа у нас происходит здесь. Естественно, мы сейчас будем рассматривать самый простой вариант вариативности. Более сложный, если будет необходимость, впоследствии можно и его рассмотреть. Итак, у меня товар трех цветов. Это синий, следующий цвет зеленый. Вписываем вот в открывающиеся окошки цвета. И все. И вставляем эти три цвета. Теперь, ну, опять же, еще раз повторюсь, все то, что надо, у нас отмечено вот красным, подсвечено квадратиком. Начнем не с этого, а вот с этого. Это поля, в которых надо выбирать UPS, то есть идентификатор нашего товара. Выбрали UPS, естественно, UPS-ки у нас подготовлены. Вставляем. Вставить. Вставить. И вставить.
давайте чуть-чуть отодвину. Ставить. Все. Естественно, как все поля, которые мы заполняем, они перестают подсвечиваться. Следующее. Состояние товара. Новый, новый и новый. Так как товар у нас новый. Количество. Ну, раз товар ваш, ну, логично там выставить его где-то 10 штук, да? Если вы не совсем уверены, ну, так как мы дропшиперы, да, в основном, можно и по 5 выставить, можно и по 2, это не имеет, в принципе, значения. Следующее поле — это цена. Допустим, 12,99. Можете на разные цвета, на разные цены устанавливать. Не обязательно, чтобы все были одинаковые. Ну, это может и мелочь, но стоит о них сказать, наверное. Следующее. Вот здесь вот есть поля СКУ, которые, если вы не заполняете, создаются вот эти СКУ автоматически. Ну, я советую самим придумать простенькие СКУ, чтобы по ним легче было ориентироваться в своем товаре. Потому что если вы уже делаете свои листинги, значит, с этим товаром вы собираетесь серьезно работать, да, и вам нужно, чтобы быстро и легко вы могли ориентироваться в данном товаре и понимать, о чем идет речь, когда к вам приходит письмо. Вот, в письмах обычно не ОСИН указывается, а СКУ. Дальше. Ну, когда эти все поля заполнены, здесь уже появляется вот этот вот треугольничек, в котором нам предлагают уже заполнить остальную информацию. На пару секунд задержусь вот здесь. Посмотрите, как это все заполнено. Так, нужно заполнить эти поля и перейти уже сюда. Наименование продукта. Мы видим в других листингах, где, ну, бренд так называемый, он стоит впереди. Пока у вас товар новый, не советую этого делать, потому что поисковик амазоновский, он перво-наперво первые слова, да, вот по нисходящей ранжирует, включает в поиск. И лучше будет, если первые слова — это те, которые будут выводить на ваш продукт, а не на ваше имя. Поэтому, если надо добавить имя, сделайте вот так, как, например, сделано у меня, да, от Felix Arm, пока продукт свежий. Производитель можно указать. Китаец. Китай. Бренд-нейм, ну а здесь свой типа бренд. Вот так вот можно сделать, да? Дальше. Если даже вот в таком состоянии вы сохраните, продукт залистится, скажем так. Ну, естественно, нам еще там надо, потому что вот то, что под вкладкой офер, там цена и так далее, количество, оно уже заполнено, но у нас еще нет фотографий. Фотографии выбираем вот здесь. Естественно, надо загрузить фотографии. Это у нас будет главная фотография. Вот то, что будет именно видно по фотографиям. Центральная фотография. Но нам надо еще сделать так, чтобы в тех окошках были
там, где вариативно, да, у нас выбрано, надо, чтобы там были свои фотографии. Вот три фотографии надо, чтобы они показывались при под листингом. Выбираем файл и выбираем синий. Выбираем зеленый. И выбираем, то есть, той последовательности, в которой мы там записали. Дальше выбираем опять, поскольку чем больше фотографий, тем лучше. Почему-то у меня, да, вот это надо выбрать, вот этот. Угу. Зеленый вот этот и оранжевый вот этот. Дальше переходим в описание. Описание это у нас общее описание. Копируем. Вставляем сюда. Вставить, как обычный текст. И теперь вот эти вот кейворды, буллеты, так называемые. Копировать. Вставить первый. Но многие... Так. Давайте подправим текст, чтобы он был более грамотным. Так. Ну, пусть будет так. Пусть будет... Та-та-та-та-та. Нормально. Пусть остается... Вот так. Угу. Вот так. Вот так. И вот так. Все. Пусть сохранится. Это здесь. Кстати, то, что я только что проделал, это даже где-то и может и не надо делать этого, потому что американцы пишут по-своему. Пишут по-своему, и вполне возможно, что вон в том старом варианте это более ранжирующийся текст, чем только что проделал я. Мы сейчас не будем заострять внимание именно на этом, на том, как составлять грамотное описание. Итак, здесь первый буллет мы ввели. Надо вот нажать вот на это синее, вот Add More, и еще ввести. Их можно вводить 5 штук. Следующее. И следующее. Здесь тоже очень важное поле, можно те же самые слова вставить сюда.
То есть, что они будут искать, да? Это, ну, ребята и девчата, я сейчас не буду именно на этом заострять внимание. Это относится не к самой технике выставления товара, а к продвижению. Об этом не в этом ролике. Ну и здесь то, что у нас было, вот это вес, это типа из чего это сделано. Ну и вот в таком плане. Давайте сохраним. И видим, что товар выставился. Он выглядит вот таким вот образом. Вот это он. Не до конца выставлен. Сейчас я поставлю на паузу. И когда все будет готово, продолжу. Ну что ж, друзья, прошло минут 15-20. Вот этот листинг. Как видите, он создался, вот эти вот переходы. При переходах меняется также в названии цвет. Картинка, так, значит, не меняется. То есть основная картинка вот эта. И вспомогательные. То есть этот вариант для меня, ну, с данным товаром является оптимальным, потому что, ну, вот картинка красивая, сразу покупатель видит, что есть много цветов, несколько цветов, и может уже рассмотреть более подробно. Если же вы хотите, чтобы, допустим, вот при клике на цвет, на голубой цвет, и картинка здесь поменялась на голубой предмет, делается это через инвентаризацию. Вот такой у вас будет этот листинг. Кликаем вот по этой вот, по этому треугольничку, раскрывается вот эти три предмета, и кликом по каждому можно поменять картинку, именно подставить тот цвет, который хотите. Также можно и вот здесь вот через Edit подправить полностью все, что вам не нравится на данном листинге, начиная вот с картинок, которые будут открываться именно, вот видите, nozzle B, то есть голубой. Подставить сюда картинку синюю, сюда подставить зеленую, сюда подставить оранжевую. И откорректировать это. Оно создается, он не как один листинг, а сразу три листинга. Вот и на почту ко мне пришло письмо, что вы создали три листинга. Не один, а три. Сейчас посмотрите. Также вы можете отдельно для каждого цвета или для каждого размера поменять цену, поменять всякие условия, там поношенный, новый, старый и так далее. Вот сюда они приходят, эти письма. Вот видите, три листинга созданы. Так что дальше, думаю, несложно будет разобраться, потому что это все вы проделывали. Уже с каждым работаете как с отдельным листингом. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.